С чистого листа, с нуля создать такой реактор, это практически невозможно. Только наши инженеры, конструктора, естественно, рабочие Балтийского завода смогли подтвердить свой высочайший уровень компетенции, создали с нуля данный реактор, данную судовую ядерную энергетическую установку, которая в процессе ходовых испытаний показала полностью все свои расчетные характеристики. С приходом этих ледоколов мы обеспечим 9 месяцев навигацию по всей трассе Северного морского пути.